Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас всех приветствовать в эти непростые дни, необычные даже больше, чем непростые. Так совпало, что в момент всей этой катавасии, которая сейчас идет, мы переезжали в свой дом, который я построил, почти построил. И сейчас уже находимся вот в нем. И с него будем делать наши все вещания, все наши проведения наших курсов теперь получается в нашем таком домашнем быте своеобразном, очень цветном. Вот, у нас уже цветут терновники, персики уже отцвели, вот, не успели мы их даже заснять. Ну, а по событиям того, что сейчас у нас происходит, ну, так много сейчас точек зрения, я не буду ни во что внедряться, да и смысла в этом никакого не вижу, хотя бы на одном простом основании, что влиять на это мы не можем никак. Все, на что мы можем влиять, это только на самих себя, на свое семейное окружение каким-то образом, опять-таки через самого себя, ну и, как вы помните, гармония внутри, гармония вокруг. Именно поэтому мы открыли несколько наших видеокурсов. Информация, которая идет, даже если вы не используете телевизор и радио, все равно нагнетение негативной информации очень высокой плотности. Противостоять этому может творчество, ну, очень просто и очень легко. Потому что, впуская в себя эти энергии, ну, мы прекрасно понимаем, что от этого иммунитет страдает. Изолироваться полностью от общества, в котором мы живем, тоже нельзя. Все-таки мы здесь находимся, и даже если выключить телевизор и прекратить смотреть все новости, тоже так, наверное, будет слишком чрезмерно, ну, противоестественно для единого целого нашей расы. Но тут как бы заменять и дополнять энергии творческие, которые могут не давать вас проникать энергиям вот этим вот деструктивным, это действительно очень целесообразно. Незачем себя провоцировать и свой иммунитет таким образом ронять, когда у вас есть возможность быть в противоположном потоке энергии. Причем творческая энергия, наверное, в этом плане будет самая корректная, самая экологичная, самая чистая. Мы приготовили вам множество разных курсов. Некоторые курсы будут идти у нас в прямой трансляции, в групповых каких-то наших встречах. Некоторые курсы мы будем проводить в записи. Какие-то курсы я предлагаю, такой формат у меня был в основном с иностранными участниками, именно через скайп-конференции, какие-то, если есть у кого-то вопросы, темы, вот все это можно оговорить, и все это можно использовать. Благодаря этим событиям мы несколько наших проектов сделали полностью открытыми. Их можно скачать из Яндекса, их можно через некоторое время увидеть в Ютубе. Кто в Фейсбуке, получит доступ в Фейсбуке к этим группам. Приглашайте туда своих друзей, родных, близких. Мы пошли на эту акцию именно потому, что сейчас не у всех есть возможность заплатить, а к творческой энергии мы готовы подключать, ну, большинство людей как можно больше. Тем более, что темы весьма просты, доступны, интересны, увлекательны, даже просто посмотреть. Также я сообщаю, что мы сделали скидки на все платные наши группы до 50%. У нас будут курсы, связанные с культурологическими направлениями, с арт-терапевтическими направлениями, курсы анималистические, животные, птицы, рыбы. Вот, все это будет у нас в изобилии, как всегда. Вот, приглашаю.